Привет всем! Сегодня у нас 11 сентября, и самое время убирать кукурузу. Такая у нас кукурузка наспела. Для приготовления попкорна она подходит очень хорошо. Поэтому пора ее убрать, а то затем у нас дожди пойдут очень сильные и заморозки ночные. Сегодня достаточно ветрено. Наша кукуруза росла она в грядке. Сейчас будем собирать початки, обшелушивать их и складывать в ящик. Такая вот получилась кукуруза. Такие початки. Попкорна здесь очень много будет. Такого примерно початка, его достаточно на целую кастрюлю попкорна. Поэтому сейчас ее отправим в дом сушиться, чтобы хорошо она просохла. А затем уже будем готовить попкорн. Вот некоторые кукурузинки, они прямо уже сейчас, видите, как бы разрываются. Такой вот урожай небольшой, но достаточно. Вот такая вот кукуруза. Прошло уже, наверное, где-то 3 или больше недели. Сохнет она дома при комнатной температуре. Ну и когда вы выбираете семена, ориентируйтесь. Ну, производитель вот пишет, что это именно для попкорна кукуруза. Она воздушная. Стала такая ярко-желтая вот она после того, как просохнет. Ну и затем ее можно в какой-то мешочек как бы переложить, не в целлофан, а именно в какой-то такой из ткани мешочек, и хранить, где мы храним, например, крупы, в общем. И когда нужно, можно будет взять и приготовить попкорн домашний, вкусный. Такая кукурузка. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и до новых встреч. Всем самого-самого доброго.